Мы почти все перевели. Молодцы, кстати, скоро выйдет Кирия. Здорово! Недавно партия выпустила новый дневник разработчика, посвященный кириешкам. Сразу скажу, что это нация гармонистов. А следовательно, ситуация у них не очень. Мало того, что закрыта от мира, так еще стагнируют и сжигают все подряд. Подробнее находится в сериале. Но благо есть существо, которое готово поднять страну с колен. Догнать и перегнать! Ее реформы будут идти 3,5 года. И пока другие нации уже покоряют континенты, мы построим целый сарай. А еще будет механика фракций. И все они хотят сделать что-то свое. Вообще, если модернизация пройдет успешно, нас ждет золотой век. 1 час спустя. Реформы окончились величайшим провалом. Если все пойдет не так, у нас есть куча вариантов альтернативного будущего. Но не забывайте об каноничном пути.